Марш Победы в Нижнем Новгороде впервые на Нижневолжской набережной. Чеканя шаг, торжественным маршем у речного вокзала прошли солдаты гвардейской танковой армии Западного военного округа, расчеты Росгвардии и МЧС. Суперсовременная техника вызывает дрожь гордости и восторга. Разведывательные химические машины, бронеавтомобили, танки, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган» и даже воздушная часть Марша Победы. А в Москве сегодня парад Победы, отложенный 9 мая из-за коронавируса. Сейчас эпидемия идет на спад, но опасность инфицирования все же остается. Поэтому торжества прошли без многочисленной публики. Но эти красивые и трогательные кадры смогла увидеть наша аудитория. Впервые в истории Нижегородского телевидения прямая трансляция велась в режиме HD, то есть в формате высокой четкости. Такой подарок зрителям сделали телеканалы ННТВ и Время Н. Михаил Никитин и Юрий Чухин. Время новостей.